Но в передаче «Жизнь сегодня» в продолжении мы будем говорить про информационные технологии. Сегодня мы говорим о новых направлениях развития экономики Латвии, одном из самых перспективных направлений, то есть отрасли информационных технологий. На прошлой неделе состоялось вручение премий самым активным и успешным предприятиям, занимающимся развитием информационных технологий. И награды у профессора Эйжения Ариня получили самые выдающиеся, самые успешные люди, работающие в этой сфере. Об этом мы посмотрим прямо сейчас, репортаж Эволда Дукуля, после чего пригласим в гости наших гостей. IT-сфера в Латвии находится на высоком уровне. Наши специалисты востребованы во многих странах мира. Чтобы стимулировать развитие информационных наук, 11-й год подряд проводится награждение лучших специалистов в сфере информационных технологий. Премия победителю – 2500 евро. Думаю, что в данном случае здесь даже не столько важен сам денежный эквивалент этого приза. А здесь важно то, что, так как эта премия вручается сразу несколькими участниками, организаторами, это и научное достижение, и практический вклад. И так как премию мы вручаем только один раз в жизни каждому из возможных участников, то для них это скорее намного больше вес имеет именно это признание. Учрежденная в 2000 году награда была названа в честь латвийского основателя информатики профессора Эйжена Ариня и является одной из самых престижных в сфере информационных технологий. Которая вручается за теоретический вклад развития в IT-индустрию и науки и за практическое внедрение технологических решений в Латвии. В этом году было представлено 7 лауреатов, 4 за практический вклад и 3 за теоретические достижения в IT-сфере. Особое внимание уделяется сотрудничеству с образовательными учреждениями и популяризации информационной науки в школах Латвии. Награждаем лауреатов, которые были первыми в своей сфере. И нужно оставаться первыми. Делать первый шаг, возможно, в неизведанное, возможно, потерпеть неудачу. Это отважный шаг. Это возможности, о которых я призываю задуматься остальных и следить за примером лауреатов и номинантов. Будем первые в своей работе и возможностях, помогая друг другу. Медицина без IT-технологий уже давно не существует. Начиная с базы данных и других вещей, названия которых я даже не знаю, но которые не несмотря на это, работают и оказывают большую помощь в ежедневной работе по обслуживанию пациентов. Да, наша система e-здоровья вышла не совсем удачной, но есть много других решений в сотрудничестве с IT-сферой, которые делают нашу медицину лучше. Эволд Дукуль, Айвар Станц, Латвийское телевидение.